Эдиль Байсалов встретился с главой офиса Всемирного банка в Кыргызской республике Навидом Накви. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области здравоохранения, сообщает пресс-служба Комбина. Эдиль Байсалов отметил важность продолжения эффективного сотрудничества со Всемирным банком и выразил признательность за оказанную поддержку республике во время пандемии COVID-19. Он подчеркнул готовность к дальнейшей реализации намеченных программ и проектов. Глава офиса Всемирного банка Навид Накви отметил приверженность продолжению взаимодействия в сферах, предоставляющих взаимный интерес и являющихся приоритетным для страны. Стороны обсудили вопросы укрепления системы обязательного медицинского страхования, значительного повышения качества предоставления медицинских услуг, расширения охвата населения медицинским обслуживанием, регулирования цен на лекарства, темпов вакцинации. Кроме того, участники встречи обсудили подготовку участия делегации Кыргызской Республики в весенних совещаниях Всемирного банка.